Казанском федеральном начала свою работу вторая международная молодежная конференция «Татарстан Апекспро 2018». Данному мероприятию оказывается поддержка со стороны спонсоров в лице известнейших компаний. Студенты приезжают с разных городов России, но и не только из-за рубежа, представлять свои научные проекты, где в рамках конференции они могут, как вы видите, с представителями компаний обсудить свои какие-то проблемы. Для Татнефти это является таким, ну скажем так, основополагающим, скажем так, звеном, потому что мы понимаем, что от качества тех выпускников, которые в итоге выйдут из вузов, зависит, скажем так, то, с какой скоростью будет идти внедрение там новых технологий. Организаторы получили более 200 заявок на участие. И это не просто цифра, это показатели потенциала и ярой заинтересованности молодых специалистов в будущей профессии. Для нас это знак, что мы движемся в правильном направлении, и те темы, которые поднимаются на конференции, они актуальны не только для молодых ученых, но и для крупнейших игроков на нефтяном рынке. Она для нас полезна с точки зрения понимания и примерки наших работ, которые мы проводим научные в своей компании, и оценки, насколько мы находимся в тренде существующих научных веяний. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.